Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Всім слухачам і глядачам Суспільного наші вітання. Вітаємо, друзі, долучайтеся до ефіру Суспільного. Ну, власне, як долучатися, можна до YouTube-каналу, знайшовши Суспільне Запоріжжя, або до нашого офіційного сайту zp.suspilne.media. Сьогодні, 1 грудня, відзначається Всесвітній день боротьби зі СНІДом. Цей день покликаний підвищити глобальну поінформованість щодо ВІЛ СНІДу та продемонструвати міжнародну солідарність, йдеться на сайті Всесвітньої організації охорони здоров'я. Як запоріжцям захиститися від ВІЛ-інфекції та які проблеми мають люди зі статусом ВІЛ в умовах пандемії, дізнаємося сьогодні у програмі. З нами в студії Сергій Старостенко, виконавчий директор благодійної організації «Мережа 100% життя Запоріжжя». Вітаємо вас. Добрий день. І також з нами сьогодні Олена Велигоцька, завідувачка відділу моніторингу і оцінки відділення Запорізького обласного центру з профілактики та боротьби зі СНІДом обласної інфекційної клінічної лікарні Запорізької обласної ради. Вітаємо вас. Вітаємо. Пропонуємо програму почати з невеличкої довідки саме про цей день. Щороку 1 грудня відзначається Всесвітній день боротьби зі СНІДом. День проголошений Всесвітньою організацією охорони здоров'я у 1988 році. Відзначається за підтримки Генеральної асамблеї ООН. СНІД – синдром набутого імунодефіциту – це кінцева стадія інфекційного захворювання, викликаного вірусом імунодефіциту людини. Цей вірус вражає спеціальні клітини крові і лімфоцити, які відповідають за захист організму людини від різних мікробів та пухлин, і поступово вбиває ці клітини. Імунітет організму повільно протягом багатьох місяців і років знижується, і це призводить до виникнення різних захворювань, перш за все інфекційних, що вражають легені, органи травлення, шкіру, нервову систему. СНІД уперше виявлений у США у 80-х роках. За кілька років поширення СНІДу набуло характеру всесвітньої епідемії, що охопила населення практично усіх країн. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, від початку світової епідемії ця хвороба забрала життя понад 32 мільйонів людей в Україні. За даними Центру громадського здоров'я МОЗ, з 1987 року офіційно зареєстровано 341 084 випадки ВІЛ-інфекції серед громадян. Зокрема, 114 487 випадків захворювання на СНІД і 49 751 випадок смерті від захворювань, зумовлених СНІДом. Йдеться на сайті Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України. Ми слухали довідку саме про Всесвітній день боротьби зі СНІДом, яку підготували наші колеги. Нагадайте, будь ласка, і нашим слухачам, і глядачам про те, чим же ВІЛ відрізняється від СНІДу, більш такими простими словами. Да, спасибо за вопрос. Сьогодні, як уже було сказано в справочнике, да, який ми прослушали 1 декабря, і в цьому році 1 декабря – це день, ну, кожен ежегодно відмічається день борьбы с ВИЧ-инфекцией, и в этом году ЮНЕЙДС этот день назвала под темой «Глобальная солидарность и общая ответственность». Да? То есть это про инфекцию и про ВИЧ, то, что он касается каждого из нас, и благодаря совместным усилиям мы совместно можем победить, да, эту инфекцию. И чем же отличается ВИЧ-инфекция от СПИДа? ВИЧ – это вирус иммунодефицита человека, болеют этим вирусом только люди, и ВИЧ поражает иммунные клетки в организме человека, которые защищают организм от различных инфекций. И СПИД – это уже такой синдром приобретенного иммунодефицита человека. Это после момента, когда ВИЧ попал в организм человека, проходит определенный этап, это может быть 8 и больше лет, 8-10, а то и больше лет, когда может развиться стадия СПИДа. То есть ВИЧ – это наличие вируса у человека, а СПИД – это уже синдром приобретенного иммунодефицита человека. Тож, как тогда заразиться можно ВИЛ-инфекцией? Выделяют таких основных три путя инфицирования ВИЧ-инфекции. Это всем, еще раз, да, повторимся, сегодня важно в этот день говорить, в принципе, обычно, важно об этом говорить постоянно. Это половой путь передачи, это параэнтеральный путь передачи, когда передача через кровь, это, например, использование там нестерильных инструментов, шприцов и так далее. И еще такой путь передачи внутриутробный, когда передается ВИЧ от матери к ребенку. У якому віці найчастіше дізнаються про свій статус, тобто у якому віці інфікуються?
ну, наверное, в любом возрасте человек может инфицироваться. Как сказал Сережа, это может произойти и во время беременности, и во время родов, и во время кормления грудью, это касается деток. Это может произойти и в более взрослом возрасте, тогда, когда есть риски. Незащищенные сексуальные контакты, а также попадание чужой крови, если она заражена ВИЧ, на раны, на открытые раны или в кровь другого человека. Ну и, конечно же, незащищенный половой контакт. Я бы еще хотел добавить комментарий Лены. Я работаю в благотворительной организации «Сеть 100% жизни», и мы уже на протяжении 15 лет реализовываем программы по профилактики, да, и борьбе с ВИЧ-инфекцией, по тестированию на ВИЧ-инфекции. Вот мы в этом году, у нас такие реализуются в области большие проекты, как HealthLink и AccessPro был такой проект, где такое масштабное тестирование проходит вообще в нашей области, и мы вырисовали как вот портрет человека, который чаще всего выявляется по нашим именно статистическим данным, которые не официальные, да, там не данные инфекционной больницы, а вот наши. И мы выявили портрет такой, это чаще всего инфицируется мужчины в возрасте от 30 до 45 лет. Вот это вот такая категория населения, такая ключевая группа, на которую нужно вот период, который вот начинается, больше всего обратить внимание і вот тестувати цих людей. Щодо офіційних даних, щодо статистики, які ці дані по Запоріжжю, по місту, по області, і якщо так порівнювати з іншими містами України, Запоріжжя на якому місці? Запорізька область у нас традиційно займає 11-е, 12-е, 13-е місце, тобто це другий десяток регіонів серед всіх регіонів України по рівню як заболіваємості, так і по рівню кількості проживаючих людей з вірусом ВІЧ на території, на адміністративній території. Мы, врачи, четко разделяем два понятия. Это заболеваемость, сколько людей заражено или выявлено в этом году. И так как это, к сожалению, болезнь накопительная, и единожды человек, заразившись, уже всю жизнь проживает с этим вирусом, поэтому каждый год количество таких людей растет и растет. И понимая это, вот могу сказать, что на сегодняшний день количество проживающих с вирусом ВИЧ в Запорожской области составляет, по оценочным данным, практически 5500. В городе Запорожье официально, по официальным данным, около 1800 человек. Но это только те, которые знают о своем диагнозе. Но есть же еще определенное количество людей, которые заражены ВИЧ, но никогда не обследовались, не обращались в лечебные учреждения, не обращались в общественные организации с тем, чтобы обследоваться на ВИЧ. Поэтому мы понимаем, что за основными статистическими данными скрывается еще определенная часть людей, которые просто о своем диагнозе не знают. И опять же, если говорить о статистике, мы понимаем, что и видим, что каждый год возрастная характеристика такая интересная, что она стареет, ВИЧ-инфекция стареет. Мы выявляем с каждым годом все более возрастную категорию населения. В первые годы эпидемии это были 20, старше 25-30 лет. Сейчас мы уже видим, что растет заболеваемость, вернее, выявляемость ВИЧ-инфекции у людей старше 40, 50, 60 и 70-летнего возраста. Что это означает? Что люди просто этого века не знают, как? Да, да, не знают, не обращаются. И даже если обращаются в лечебное учреждение, ведь это не стандартная процедура обследования на ВИЧ, а кто дает согласие обследоваться на ВИЧ, того и тестируют. Поэтому огромное количество людей проходит через лечебное учреждение без предложения протестироваться на ВИЧ и так и не узнав о своем результате. И лечат другие заболевания, не зная, и врачи не понимают, что, может быть, там есть и ВИЧ-инфекция, и тогда было бы лечение более правильно и целесообразно. Тоді давайте логічно поговоримо про те, як можна виявити СНІД або ВІЛ. Ну, это, наверное, очень просто сегодня сделать. Практически все лечебные учреждения области, говорю с абсолютной уверенностью, мы владеем этой ситуацией, практически все лечебные учреждения области имеют быстрые тесты.
на ВИЧ, и они в основном, ну, на 95% обеспечены международными фондами, чаще всего это американские организации, которые предоставляют в большом количестве эти экспресс-тесты. Результат тестирования можно увидеть через 10-20 минут. Уровень достоверности. Если мы раньше говорили о том, что в основном берут кровь из вены, правда? То на сегодняшний день мы с абсолютной уверенностью говорим о том, что экспресс-тесты или быстрые тесты, они имеют такой же уровень чувствительности, как и те методики, которые используются в лабораториях при тестировании венозной крови. Доверяйте этим тестам, они действительно очень хорошие. Мало того, это еще услуга бесплатная. До сегодняшнего дня она бесплатная. Де, власне, можна ці тести в будь-якій лікарні, в будь-якій організації, яка спеціалізується на цій темі? В любой организации, вот, например, как организацию, которую представляет Сережа, это 100% життя. Есть другие неправительственные организации, у нас их немного, ВИЧ-сервисных организаций, в Мелитополе все можливо, у нас еще сподевание есть. Ну а все лечебные учреждения, абсолютно все лечебные учреждения города имеют эти экспресс-тесты. І через 15 минут любой человек може узнати свій ВІЧ-статус. Якось треба готуватися до того, щоб пройти тест. Для експрес-тестування нічого не потрібно робити. Тільки бажання і прийти. Тільки бажання, да. Ви говорите про експрес-тестування. А які ще види тестування існують? Є ще тестування, то, що я говорила, це імуноферментний аналіз, то є забор крові з вени. Чем он такой же уровень достоверности имеет, просто надо ожидать результат от суток до, например, если это отдаленные села, не город Запорожье или не город Мелитополь или Бердянск, там просто надо ждать, когда отвезут кровь, привезут результат, вот на вот эту доставку, транспортировку уходит иногда 3-4 дня, неделя, 2 недели. Лучше быстрый тест. Людина має звертатися до спеціалізованого закладу, щоб пройти тест на ВІЛ. А чи існують такі тести, щоб самостійно, наприклад, вдома зробити? А можна я уточню? В любые лечебные учреждения. И семейным докторам, и на уровень центральных районных или городских районных больниц, или же специализированные учреждения, как инфекционная больница, психиатрические учреждения, противотуберкулезные учреждения. Абсолютно все лечебные сейчас имеют эти экспресс-тесты. Дома можно купить, в аптеке дома можно и оральные тесты использовать дома. Но я как врач немножко опасаюсь этого домашнего тестирования. Почему? Потому что очень правильно было бы, чтобы было сопровождение этого тестирования и умение читать результат. Якщо, можливо, на вашу думку, люди просто не хочуть робити тестування масово, адже бояться результату і бояться, що про це дізнаються. До речі, тестування, воно анонімне. І що буде з людиною, якщо у неї позитивний буде статус? Я би ще хотів додати коментар по поводу тестування вдома. Єлена озвучила ризики, да, що вот, ну, можуть там неправильно інтерпретувати результат, або як-то чоловік може спугатися, закритися. Але на самом деле время йде, і зараз ВІЧ-інфекція, чому ми знову піднімаємо, да, і говоримо о ній, це дуже важливо. Вот, я вважаю, настало то время, коли ми можемо відкрито говорити о ВІЧ-інфекції взагалі, і щоб люди отримали достовірну інформацію. І в наших проєктах, таких як HealthLink, це всі організації, які назвала Єлена, плюс ще GenderZ, наша 100% життя, все можливе сподівання, ще раз повторюсь, ми зараз є така можливість отримати оральний тест на дом, заказав його через сайт про здоров'я in.ua. И тест придет по почте, по новой почте или там по Укрпочте, как будет удобно человеку. И у человека есть возможность, если вот вдруг вот там человек, ну, никак не хочет, да, идти там ни в наши организации, ни в медицинские учреждения, то можно вот сделать так тест, и там будет инструкция про тестирование, будут наши контакты, будет так краткая информация, как интерпретировать тесты на ВИЧ-инфекцию. И всегда можно с нами связаться и задать вопрос, ну, и потом уже мы поможем в ситуации, да, в различных. Щодо анонімності, якщо це проходити тест в організації або в медзакладі. Про результати. Що можна далі? Законом України прописана була така позиція, це в 2010 році, що тестування може пройти анонімно. Ну, на сьогоднішній день ми
медики и не медики, не сколько настаивают, сколько дают возможность понять нашим пациентам, нашим клиентам проектов, что мы даем абсолютную гарантию сохранения данных конфиденциальности, правильно? И анонимное обследование возможно, но нежелательно. Почему? Потому что следствие анонимного тестирования никакое. С этим результатом никуда нельзя прийти. Вы не получите результат на руки. А если необходимо лечение, то надо будет полностью переобследоваться с нуля. Поэтому анонимно, в общем, эта идея уже прошла, ее надо забывать. Надо и врачу, медицинскому работнику, социальному работнику найти такие подходы к своему пациенту или клиенту проекта с тем, чтобы получить ответную вот эту связь и быть уверенным и дать эту уверенность пациенту в том, что эти данные никуда налево не уйдут. Якщо у людини позитивний ВІЛ-статус, вона одразу стає на облік? Мы делаем все, чтобы эти люди, вне зависимости от того, в каком лечебном учреждении или в организации обследовались на ВИЧ, они могли обратиться к врачу. В этот же день мы берем на медицинский учет такого человека, и мы делаем все, чтобы в этот же день назначить лечение. Не просто медицинский учет, этого мало. Нам самое главное – как можно быстрее, желательно в этот же день назначить хорошее, качественное лечение. И сейчас в нашей стране и в мире это возможно. Безкоштовно чи за гроші? Конечно, лечение бесплатное. Для пациентов это бесплатно. На самом деле это же стоит для государства больших денег. Но это того стоит. Окрім медичної допомоги, що відбувається з людиною, яка дізнається про свій ВІЛ, позитивний результат? Я маю на увазі психологію. Яка тут допомога надається? Да, это такой вопрос, он очень важный, и, наверное, из-за этого очень часто люди тоже боятся, да, проходить тестирование на ВИЧ-инфекцию, потому что не знают, а что дальше, что мне делать, куда идти, как же быть. Ну, мой такой совет, я могу сказать, что первое, это нужно не паниковать, опять же, запомнить правило, что ВИЧ-инфекция сейчас, от ВИЧ-инфекции существуют лекарства, да, от ВИЧ-инфекции не умирают, эту болезнь можно контролировать, и можно с этой болезнью прожить полноценную, качественно длительную жизнь. Когда люди узнают, конечно, у них есть страх, и они боятся больше всего этой стигмы, дискриминации, которая существует у нас в стране, но не только в нашей стране, а в очень многих, что которая навеяна вот еще 80-ми, 90-ми годами, да, как говорили про ВИЧ-инфекцию, про СПИД, ну не будем эти фразы повторять в эфире. И это все очень, ну, людей пугает. Но на самом деле, вот расскажу на своем примере, впервые я говорю так открыто, да, вот в эфире, я живу с ВИЧ-инфекцией уже 12 лет, и действительно, когда я на тот момент, когда очень много лет тому назад, я проходил тестирование в частной клинике конфиденциально, но платно это было на тот момент. И когда я узнал то о своем диагнозе, мне сделали один тест, сказали, что, возможно, он бракованный, скорее всего, давайте вам сделаем другой тест. Но в том медицинском центре я увидел у врачей такой страх немного, потому что они, скорее всего, не связывались, ну, не сталкивались с такой ситуацией. И они не знали, как меня, вот, правильно, как со мной поговорить, да, как оказать там психологическую поддержку, которая на тот момент мне нуждалась. Поэтому очень важно в первый этап, когда человек узнает, рассказать ему достоверно о ВИЧ-инфекции, дать, предоставить информацию и оказать, ну, психологическую поддержку. Это со стороны, может быть, как социального работника, как и медицинского работника. Вообще я считаю, что медицинский работник, ну, уже я тоже, когда общаюсь с медицинскими работниками еще на том этапе, то когда уже пообщался, мне рассказали достоверную информацию, у меня большое доверие к медработнику и пациенты, когда сталкиваются с любым диагнозом, неважно, там, ВИЧ-инфекция, ковид, туберкулез и так далее, первое, они сталкиваются, это все равно с медицинскими работниками. Очень зависит, важно, да, как медицинский работник подаст достоверную информацию, поддержит человека. Як змінилося ваше життя після того, як ви дізналися про статус свій? І тут, знову ж таки, родичі, близькі люди, робота. Чи треба їм про це повідомляти? Треба повідомляти або ні, це або ні, це рішення кожного чоловіка. І є те, що у нас є в законі, є кримінальна відповідальність за
намеренное, да, распространение ВИЧ-инфекции, когда человек знает, что он ВИЧ-инфицирован и подвергает рисков инфицированию других людей. А вот это есть в нашем законе. Больше каких-то вот говорить человеку или нет, это уже лично опыт и решение каждого человека. На своем опыте я могу сказать, что я рассказал своим близким, да, людям и рассказал своим родственникам. И я ни от кого от них не столкнулся с тем, чтобы от меня отвернулись или как-то наоборот меня поддержали. И это очень много дало мне силы, да, жить дальше, там, работать і бути там тим, ким я зараз є. Чи особисте життя якось вплинуло цей статус? І, власне, як другій половинці жити з людиною, у якої є позитивний статус? Звісно, це сказується на личній житті. Якщо один партнер ВІЧ-негативний, один ВІЧ-позитивний, це ми так називаємо дискордантні пари. І дискордантная пара, ну, эти такие отношения возможны, они есть, и мы очень много знаем случаев таких. И поддерживаем такие пары. Да. Сейчас снова же препараты, которые у нас существуют в нашей, в мире, в нашей стране, они позволяют даже ВИЧ-дискордантным парам рожать здоровых детей, да, планировать, ну, создавать семью и так далее, и так далее. Ну, если говорить о детях, последние годы у нас на, ну, условно говоря, на 100 родов в Запорожской области не больше одного ребенка рождается с ВИЧ-инфекцией. То есть это как раз реальный успех качественного лечения ВИЧ-инфицированных мам. Они лечатся всю жизнь, но на фоне хорошего, эффективного лечения ребенок рождается без ВИЧ. И хочу дополнить еще Сережу, и он тоже об этом знает. У нас более 100 пар, дискордантных пар Запорожской области, где один позитивный партнер, другой негативный, и негативный получает терапию, профилактическую терапию, так называемый ПРЭП, для профилактики инфицирования ВИЧ. Опять же, это профилактическая терапия бесплатная. І у нас залишається обмаль часу. Скажіть, будь ласка, тоді під час пандемії чи виникали якісь проблеми у людей, які є з ВІЛ-позитивним статусом? Ви маєте в виду пандемії ковід? Так, так, і препарати. Чи доходили ці препарати до них? Проблем с терапией не было. В Украине, в Запорожской области терапия как была, так и сейчас ее абсолютно достаточно. И да, если меня, есть необходимость менять схему, то это не проблема пациента. Это уже наши проблемы, мы решаем. Пациент даже об этом может и не знать. Это наши проблемы. Но ковид. Людям надо доехать до больницы, забрать свои препараты. Поэтому благодаря и неправительственным организациям у нас появилась возможность через почту отправлять эту терапию, особенно если это не город, а село, отдаленные села. Вот отправляем. Вот я могу сказать, что за этот год, за 9 месяцев этого года практически 450 наших пациентов получили терапию по почте. Это тоже очень правильно. У нас залишається одна хвилина, тоді давайте ще раз наостанок зробимо такий невеличкий висновок для наших слухачів і глядачів, що потрібно пам'ятати, аби не захворіти на ВІЛ-СНІД. Ну, треба бути відповідальним. Надо вот за свою жизнь, да, за свою жизнь, за людей, свою, тебя окружают. За своих близких, за еще не встреченную свою любовь, за будущих своих детей. Вот эта ответственность наверняка она должна еще в семье формироваться. И у родителей, и у детей. И такие советы, которые часто мы говорим, это если у вас есть непостоянные отношения, да, с людьми, то используйте презервативы, защищайтесь. Также можно инфицироваться через кровь, поэтому старайтесь и не постесняйтесь там спросить у продезинфицирован ли инструментарий, да, и как он продезинфицирован. Ну и 30 секунд, куда звертатися, якщо виникли якісь питання. Ви може, любой пацієнт, любой житель Запорожской області, тим более города Запорожья, може обратиться к нам, если чисто медицинские вопросы, к нам в отделение Запорожской областной центр профилактики борьбы со СПИДом на Сталеварова 28, это отделение областной инфекционной клинической больницы, в неправительственной организации, о которой говорил Сережа, Сподевания, 100% життя, Гендер-Зет, и в Мелитополе, в Саможливо. А в принципе, в каждом районе области, на вторичке, то есть на уровне ЦРБ,
или же территориальных медичных объединений в Бердянске, Мелитополе, есть кабинеты доверия. В каждом районе, абсолютно в каждом районе, любой человек может обратиться по месту жительства. Ну что ж, друзья, не бойтесь звертатися за допомогою, не бойтесь дізнатись щось нове і не бійтеся про це говорити. Нагадаємо, що сьогодні ми говорили про те, як захиститися від ВІЛ-інфекції. І з нами були Сергій Старостенко, виконавчий директор благодійної організації «Мережа 100% життя Запоріжжя», та Олена Велигоцька, завідувачка відділу моніторингу і оцінки відділення Запорізького обласного центру з профілактики та боротьби зі СНІДом обласної інфекційної клінічної лікарні. Дуже вам дякуємо. Дякую. В студії працював Олександр Пашненко та Поліна Сніжина. Почуємося і побачимось на Суспільному. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».